В один из дней на этой копке произошел такой случай. Подошел полицейский и говорит: давайте проведем эксперимент, лягут ли они там. И у нас был один очень хороший, интеллигентный для нашего города, умный человек. Его звали Юделебе Брискер. Он нам все говорил, у него детей своих не было. Дети, не старайтесь очень. И вот к нему подошел этот полицейский и говорит: давайте проведем эксперимент. Его положили и стали засыпать землей. Мы разбежались с криком, с плачем. Но потом, значит, он вылез, он не успел задохнуться. Сел. Можно я попью? Попейте. Сел на обочину и говорит: не плачьте, дети, там лучше, чем здесь. Ну вот так мы выкопали эту яму, потом нам находили, она была огорожена, к ней не подпускали, и уже все знали, и русское население ходило смотреть, и все. Что это такое?